Добрый день, мои дорогие зрители. Меня зовут Наталья, и мы сегодня с вами будем готовить диетическую запеканку из цветной капусты с кабачком. Энергетическая ценность нашей запеканки на 100 грамм составляет всего лишь 65 килокалорий. По желанию ставьте ролик на паузу для того, чтобы записать себе ингредиенты. Для приготовления запеканки нам понадобится цветная капуста 1 килограмм. Также нам понадобится один небольшой кабачок 250-300 грамм. 4 куриных яйца, 100 грамм любого сыра, старайтесь брать менее жирный, у меня тильзитер 45%. Кусочек сливочного масла 5-10 грамм для того, чтобы смазать форму для запекания. Также нам с вами понадобится чайная ложка соли, это 10 грамм. Щепотка черного молотого перца. И свежая зелень по вкусу, я взяла укроп. Цветную капусту нам необходимо отварить в слегка подсоленной воде до готовности. Перекидываем цветную капусту в дуршлаг для того, чтобы стекла лишняя жидкость. Отставляем цветную капусту пока в сторону. Тем временем трем на крупной терке сыр. Перекладываем капусту и сыр в одну емкость. Теперь нам необходимо с вами помыть кабачок. Очищаем его от кожуры. Натираем кабачок на крупной терке и также выкладываем в цветную капусту. Теперь нам осталось добавить 4 яйца. По вкусу соль, я добавила чайную ложку. И черный молотый перец. Тщательно перемешиваем наш получившийся фарш. Сливочным маслом смазываем форму для запекания. Выкладываем фарш из цветной капусты в форму для запекания и посыпаем зеленью. Ставим цветную капусту в микроволновку на 15 минут. Наша запеканка из цветной капусты и кабачка готова. Всем приятного аппетита! А я с вами прощаюсь, с вами была Наталья. И если понравился этот рецепт, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока-пока!